перестроиться опять. Чай покупать или не перестроиться? Левый поворот покажи. Вот, включай. Показала, что ты едешь сюда. Фу, да блин, как жарко-то, а? Сейчас будет холодно, я включил это. Максимальная скорость 60 км в час. Это какая у нас улица? Когда иногда, когда резко как тормозишь, сжимай. Бороться кто-нибудь может. Понятно, ну там же как огней тормозить. Да фу, блин. Чего ты умираешь? Да жарко. Ну да, бывает. Сейчас будет холодно. Может, кошку пустить? Нет. Просквозит. Че, зеленый? Да. Поехали. Как ты умудряешься на асфальте буксовать? Я знаю. Это ты слишком сильно нажимаешь на газ. Тебе заряд садись. Интересно, о чем люди думают, когда они хотят перестроиться в правый ряд, они нас опережают, кто перестраивается, кто у них помеха справа, мы помеха справа. Почему мы ушли сюда, чтобы меньше этих знаков показывать, когда мы едем, можно запутаться. Это мы туда посмотрим, получается, в сторону центра, раз я осветил. Здесь вот развязка пошла направо, на Краснореченскую, Волчаевскую сторону, Южного. А это хоть туда, хоть сюда. Мы поедем налево, буквально, в сторону Южного. Так вот мы проехали. Стоянка. Ну, остановка. Соответственная стоянка. Тут три полосы для поворота налево. Любой полосы можно. Выполните поворот, да. Только знак стоит, разворот запрещен, видишь? Разворот я вижу, запрещен. Вот, если да, на экзамене скажут выполните разворот, многие посчитают, что это перекресток, и на нем, ну это и есть перекресток. Ну как бы висит знак, в смысле, что непонятно. Это ты сейчас увидела, а на экзамене у тебя будут глаза где-то в пятках. А как же? А так же. Так и будет. Здесь вот три полосы движения, мы втроем и поворачиваем. Мы ближе ко встречке, поворот не включи, левый. Мы идем налево, и получается ближе к встречному движению. Второй ряд идет посередине, третий ряд идет к отбойнику, да, туда. Но это не всегда работает. Они считают, что при повороте налево я могу в любую полосу поехать. Ну не в данном случае. Если здесь три полосы для поворота налево обозначено, то по трем полосам. Поехали. Да, поехали. Вот тебе траекторию задает. Вот так вот. Ну на сплошную на угол не заезжать. Да. Здесь опять же разрешенная максимальная скорость 60 км в час. По полосам
домой на обед, а ты за ним, что ли? Стоим. Голосить ходил? Да. За кого? За будущего президента. Президент? Нет. За Путина? Не скажу. Ну, говори. Не скажу. Почему? За Собчак. Серьезно? Серьезно. Хрена. Просто ради прикола. Ради прикола она набрала больше, чем Яблинский. Ой, Явлинский. Я шучу, конечно. На кандидата в президент. Ну за кого? На кандидата в президент. Это был мужик. Вот если ты с поворота лево выйдешь. Угу. Поехали, поехали, прямо. Разгоняй до 60. Ты опять полосу-то не путай, ты каким-то чудом с левой полосы ушла уже в среднюю полосу. Как так? Заполнили в Георгиевской арене, мы проезжаем и любуемся просто видом красивым. А что будет? Да, краску уже захотят продавать. Без контроля. А, это музыка, что ли? По празднику Коли был. И опять не жмись к этому клипу. Здесь уже можно выбирать место для остановки, потому что был перекресток, действия ограничающих знаков закончились, запрещающие. Только ты все полосы путаешь. Нет разметки, держись вправо, значит, вдоль бордюрки. Левый ряд уходи. Здесь можно было бы, допустим, развернуться, но это не перекресток, это пешеходный переход регулированный. Что еще раз? Двигаемся в прямом направлении, сверху знаки установлены, движение по полосам. Превышая скорость, там табличка стояла 8.23 в виде фиксации. Не, ну 40-то мы не едем. Продолжаем наше движение.
колеса его видишь? Угу. Дальше не видно. Головой, чтобы было слышать от звонков туда-сюда. И ну, нужно было, конечно, притормозить. С такой скоростью, если бы поезд катился, головой, может, бы и не успел бы остановиться. Держимся встречной полосы, опять сюда переезд. Опять лево, право посмотрели. Поехали. Поехали, газу дай. Опа, Лексус. Крутим руль, крутим, крутим, крутим. Газу, газу. В общем, так. Там следующий поворот был уже на южный, но это мы будем в другом ролике показывать. Смотрим на светофор, пешеходный зеленый, говорит, поехали. Смотрим, притормаживая. Тише. Чем ближе ты едешь к грузовику, тем быстрее он тебе твое зеркало выкидает грязью. Ой, зеркало. Окно, стекло. Движение по полосам. Дальше. Тормоза. Когда уже наезжаешь на рельс, уже тормоза нужны. Почему не учат? Ну раньше здесь вот тут бизнес. Потом построили бизнес. Город. Поехали, 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 поехали. Нет.
ограничены маневры. Сейчас они остановились, пешеходов вообще. Хотя, по правилам, если широкая дорога и пешеходы идут еще на противоположной стороне, да, можно было проехать. Вот они пропустили и поехали. Деньги пришли. Бывает. На карточку. Значит, скоро мы пойдем. Тратить супер деньги. Ну, я найду, что потратить. Еще много надо, что ли? Да, да. Только нет, двигаемся по траектории автобуса. Да? Вот стоят знаки, остановка запрещена. Вот как иммунитет. Ну давай, 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 молодец. Не терпелось. А не проще было притормозить и уйти вправо, да? За нами. Нет же, мы вперед пролезем, создадим ситуацию опасную. И поворотим главное. Да? Да? Да. Да, я чуть не смотрел на его поворотники, я видел, что он чужий. Поворотник и мы с тобой чужие, мы с поворотом можем попасть. Но если вдруг оказался друг. Ехать. По сухой дороге надо было ехать вдоль мокрой. Как ты ехала? Ты сейчас по полю сунула в машину и села. Думаю, да господи. Как так они тут начинают чудить? Разрешили им тут всем маршрутки сделать. Ну а почему нет разметки? Ну серьезно, как так? Потому что мы живем в России. Скажи спасибо, что хоть асфальт есть. Да, спасибо. Вот. Не растаял. Поехали. Куда ты поехал? Да, красный горит. Разгоняем машину. Мы сейчас по крайней левой едем. Запомни это. Просто так. Вот. Разгоняй, нагоняй, газу, 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 но уже не газу.
правом повороте. В правом повороте. Не знаю, какой там был. Видела? Там значок стоял, установлен значок. Вот тебе перекресток. Вот где еще сразу будет ошибка ученика. Моментально не сдал. Во-первых, 30. Угу. Ну, до перекрестка, грубо говоря, там 30 метров. Поехали. Красный билет куда-то поехала. Поехали. Поехали прямо. Поехали, 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 поехали. Грубо говоря, мы нарушили. Вот, потому что ты должна была повернуть уже направо. Малая часть, мы еще не были в Южном и на Ленина. На Ленина, улица Ленина, там Ленин марш проводит. Мы можем на экзамене повернуть здесь направо, а можем поехать дальше. Это направо, это в сторону Южного, развязка. Здесь у нас сторону Северного. 40, притормаживай. Держись отбойника, что ты лезешь влево? Я и так. Вот. Да не так. Да. Сильно тоже не жмись, потому что сейчас... Да, золотую середину надо искать. Ты как червяк ползает, и как же идти поехал. Червяк, блядь. Ну ладно, как змеюка. Мне вот интересно, что они стоят тупят здесь? Ну, если там своя полоса. Не то, чтобы своя. Левый поворот не включай. Зеркало посмотри, никого нет. Все, высунулось. Где? Они за тебя выезжали. Все, включай поворотник. Кому тебе надо направо, пусть они уже нас пропускают. Левый ряд перестраивается. Тихо. Включай поворотник. И перестроилась. Либо 60, либо никак, короче. Если, конечно, все едут 40, и мы будем 40 ехать. Вот это автобус, его широта вообще дорога вообще. Она в телефоне, наверное, сидит. Вот такой здесь маршрут. Yeah.
приучил. Лежанул. Еще в интернете говорили, что я олень, да, что мы должны были пропустить его, а у нас там нету своей полосы. Самый прикол. Смотрим. Мы едем. Да даже вот сейчас там знак «Уступить дорогу» повешен. Хрен с ним. Едем по своей полосе. Едем, едем. Где наша полоса? Наверх посмотри. Вторая слева. Наша полоса. Соответственно, если мы перестраиваемся влево, сюда, мы должны были пропустить чек, а потом только перестроиться. Брал уродник из местного. Чек. Те умники, которые говорили, что там мы должны были уступить, они бы купили у меня бы солянин, если это было.